Здорово, народ, с вами Лего, и сегодня мы поиграем в Horror Field. Этакий аналог Dead by Daylight, сверху камера. Что мы видим? Маньяком мы пока играть не можем, потому что нам нужно выполнять различные задания. Только тогда мы сможем потом открыть маньяка и им поиграть. Ну что, получи 5 уровень Джеком, получи 2 ранг Джеком, спаси 5 раз, прокачай навык живучесть у Джека. Давайте посмотрим, что у нас персонажи потихоньку открываются, а не снизу. Давайте глянем, что есть у Джека. Так, обычный след пропадает на 30% быстрее. Давайте его выучим, потому что я уже один бой выиграл, и дальше вы уже прокачиваетесь потихоньку вперед. Потом после этого вы можете покупать различные бинты, аптеки, кусачки и так далее. За то, что вы играете, вам даются монеты. Вот, допустим, ускоряет лечение союзников. Мы возьмем эту штуку одну и, как говорится, потихонечку пойдем. Также мы можем прокачать уровни, то есть плюс 100 за каждый уровень. У нас уже ранг 1, потому что я один раз выиграл и убежал. Давайте попробуем сыграть и показать, что и как это выглядит. Здесь, в общем-то, онлайновая игра. 5 человек, 4 выживших и 1 маньячила. Маньячила у нас Назар Баляс, это мясник 2 левела. То есть люди реальные, это самое прикольное, то, что вы можете скачать игру, залипнуть в нее и играть с реальными игроками. Яшсоко, София. Мы играем за Джека. И осталось найти еще двоих. Зинлейнвея Джек, то есть девчонка. С нами будет какая-то еще девчонка. Ну, прикольно, на самом деле. Мне вот этот вот поиск вот этой игры очень сильно понравился. Еще Джек, Энтони Джонс. Походу, дело, сборная такая соляночка из разных городов. Прячься, найди выход. Бункер, поехали. Посмотрим. Взлом ящика. Сердце стучит, что значит, он где-то здесь, пора разбегаться. У нас монетки, найдено 9 золота. В общем-то, как и в обычном Day by Daylight, вы должны найти. Здесь у нас будет выход, я вижу выход. Тихо. Тихо, не палимся, поможем. Так, встанем за ней. Чтобы можно было, если что, убегать. Если мы сейчас быстренько откроем генератор, то нам останется их всего лишь 3. В правом верхнем углу показывается, сколько генераторов нужно починить. Починили один. Так, а если я пойду вниз, будет ли здесь кто-то? Страшно ведь. Понимаете, реально страшно. Вижу еще генератор. Ремонтирую его. Я вот не знаю, будет ли какая-то быстрая игра в генератор. То есть как в Day by Daylight, нужно попасть в специальные штуки. И ты, в общем-то... попадаешь в них, получается у тебя отремонтирует генератор. Не попадаешь, не получается. Уже маньяк ударил Зинлей один раз, но у нас уже 2 генератора осталось. Сейчас я доделаю 3-й, и, возможно, я уже могу стоять возле выхода и смогу убежать. Энтонио, вы, Яш и Зинлей остались по одному генератору. Ай, вот о чем я и говорил, сломался. Давай доремонтируем дальше. Как хорошо у меня здесь сегодня было. Отлично. Генератор в солянку сделал. Так, также я могу убежать отсюда. Ой-ой-ой. Он где-то здесь. Он где-то в левом верхнем углу. Валим от него, валим. То есть, когда стучит сердце, значит, вы подходите к нему. Надо где-то будет загаситься. Он не дает последний генератор заюзать. Он опять кого-то ударил. Так, где же последний генератор-то? О, выход, быстрее, выход, выход. Электричество включено, можно выходить. И мы выполнили и ушли спокойно. А нет, мы еще не ушли. Он, по-моему, за мной бежит, да? Убежали все. А где наверху убежать-то? Я забыл где. Вот, это выход? Нет? Где-то здесь должен быть. Он кого-то там добивает. Пожалуйста, открой дверь. И он кого-то хочет посадить на кукан. Отлично, он посадил его на кукан. Сейчас он будет меня искать. Все, мне хана. Пожалуйста, открой, открой, открой! Давай! Давай! Отлично! Фу.
Смотрите, я могу также увеличить награду, но вы понимаете, посмотрев, конечно же, крутую рекламу. Как я могу не посмотреть рекламу, потому что, блин, я столько очков там сделал, и заново мне как-то не хочется, то есть еще раз, то есть умножено на 2, как будто бы я еще катку сыграл. Ладно, посмотрим мы вашу рекламу, ничего страшного, но зато мы сможем сыграть дальше в Horror Field. Так, а что, мне интересно, много скиллов я смогу прокачать? И как-то мне еще нужно будет, допустим, со своим помогать и их поднимать. Это вообще реально в этой игре? Забираем награду, и мы уже новый уровень. Плюс одно очко мастерства. Давайте зайдем в прокачку. Граната оглушает маньяка на 15 дольше. Стонет от боли на 20 реже. Вопит от страха на 20% реже. О, давай вот это возьмем тогда. Открываем. Хорошо. Давайте мы его также качнем. Где наш парень? Бесплатно, загадочный ящик. Посмотреть и получить, понял. Здесь тоже посмотреть и получить, понял. Посмотрим, это что? Одна жизнь, потратить эту жизнь с умом. Можно хорошо поиграть. У нас всего лишь 5 жизней для игры. Приобретаем. Вы прикиньте, как прикольно сделали. То есть у меня 5 жизней, чтобы поиграть. Вы можете приобрести золото в магазине. А мне золото-то не дали, оказывается. Ёк-покарёк, а я-то думал, мне дали золото, а фиг там. Так, выполнили, забираем награду. Одно очко мастерства, 4-й левел, получите 5-й уровень джеком, получить 2-й дранг джеком, спастись 5 раз, 2 раза мы уже спаслись. Классно, слушайте. И тогда мы сможем поиграть тоже маньячилой. Такая музыка, знаете, вещи. Ремонтирует сгнятор на 5% быстрее, за ремонт получает на 10% больше опыта. Конечно. Тихо, возьмем. Нет, вот это вот, да. Это еще раз качаешь, обычный след пропадает на 30% быстрее. То есть ее дальше можно еще напрокачивать, только 2 будет стоить. Слушай, прикольно на самом деле. Играешь потихоньку себе, не паришься, потом тебе будут открываться психиатрические лечебницы, городские трущобы, заброшенные деревни. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А это кто такие? Это Гарри, 2 Гарри, Джек и Кармен Карас, мясник. Мэри. Что реально забавная игра, на самом деле очень забавная. Прячься, найди выход. Очень забавная игра. Теперь я надеюсь, мы посмотрим, как нас завалят. Где он? Успею, нет? Интересно, он в мою сторону пойдет? Самое прикольное, что нужно спасаться. Мне вот это прикололо. Здесь пока ничего. Где генчик? Открываем. И уровни генерируются, как я понимаю, тоже по-разному. Всегда разный уровень. Хоть и эта локация, но уровень все равно разный. Ай. Ремонтируем. И вот. Вот здесь, если я встану, он меня спалит. Слушайте, это прикольная нычка, да? Он кого-то уже ударил. Он уже девчонку сразу ушатал. А чё так жестко? Чувствую, мы здесь не выиграем нифига. 2 генератора осталось. Один у меня снизу, один здесь. Мы не успеваем нифига. Давай быстрее. Бля. Тихо, тихо, сейчас заодно проверим. Спалит ли, нет он нас здесь? По-моему, нас спалят здесь на изи. Сюда прятаться нельзя? Блять, откуда ты? Ох ты, ё-моё. Что за подставу ты мутишь? Ну, он сейчас меня на изи найдет. И как мне лечиться? Опять он Девейн поймал. Чувствую, никак мне не вылечится. Все, она потихоньку умирает. Я даже не знаю, где камера. Генератор починен. Так. Здесь починили, я понял. А если я вот здесь вот встану, меня спалят? Вы кричите от боли, это херово. Это что за бункер? Тут следы мои видно. Палево очень лютое.
генератор починен. Идем быстрее в обратку. Неужели я спасусь? Блять, мне самому страшно. Я играю в обычную мобильную игру. Так, он Дэвейн убил. Все, он сейчас пойдет искать, я не успею. Да не кричи ты от боли, все нормально. Эти убежали. Я один остался. Давай, давай! До свидания! Чётенько. Конечно же, я опять посмотрю. Блин. Вы знаете, вот просто вроде обычная мобильная игра Horror Field, блять, она прикольная, она реально классная. Страшно очень, вообще реально страшно, пот, когда эта херня за тобой бегает. Ты пытаешься от нее как-то убежать. Ох ты, ё-моё, а. Два раза мы уже спаслись, я три раза спасся. Я один раз проверил игру без записи, сыграл, спасся. То есть второй раз сыграл, опять спасся, третий раз сыграл, опять спасся. Чё, неужели так тяжело за маньяка играть? Забираем награду, и чё у нас там? 56. Еще сможем что-то выучить? Смотри, уровни очень долго идут. Типа я даже... Инженерный набор действует на 10. Можете самостоятельно освободиться из клетки за 15 секунд раз в 120 секунд. Не умирайте в клетке на 20% дольше. Прикольно. Так, выполнить задание. Получи уровень 5 джеком. Получи второй ранг джеком. Тихо, как его, типа, Джек у меня, какой ранг? Во! Ранг показывает ваш уровень мастерства при игре. Мне бы сейчас еще один раз выиграть, и будет тупо второй ранг. И потом еще раз один раз убежать, и все. И только тогда я смогу открыть маньяка. И сам за него играть. Мне кажется, маньяка прокачивать интереснее. Не знаю. Ребят, напишите в комментарии, сыграть ли... в эту игру второй раз на канале и уже взять маньячилу игроков в очереди. Или потихоньку прокачиваться и смотреть, что какие навыки, что они будут давать. Артем Царсинг, Денис Тарнов, Микки. Здесь подбор игры намного больше, чем и лучше, чем в Dead by Daylight. В Dead by Daylight можно просто очень долго все ждать. Погнали. Нравится монетки доходить. Я только не понял одно, как от него ныкаться? Как от него рили ныкаться? Так, здесь выход. Мне кажется, маньячило даже сам не знает, где генератор. Так, я уже один нашел и начинаю его ремонтировать. Как же опасно, а? Он уже ударил Дениса. Это плохо. Быстро он нашел на самом деле. Может, они сами как-то к нему идут в центр? Давай, 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 давай. Целый генератор сейчас починим. Ну что, у нас что-то, пацаны, еще ни один генератор не починили. Здесь вот хер спрячешься же на самом деле. Так, я второй генератор чиню. Почему пацаны не чинят генераторы? Они хотя бы один должны были уже починить. Маньяк поймал Алекса. Отлично, еще один осталось. Ты что делаешь? У него по-любому там спалево где-то загорелось. Смотрите, ломается, а я не могу ничего поделать. В этой, ну, то есть нет у меня игры, чтобы замутить так, что типа все норм. Давай. Еще один. Еще один генератор осталось. А у нас Алекс уже в тюряге сидит. Ему нужно дальше искать всех. Так, один я еще починил. Где еще один? Где последний генератор? Этот включен. Пошел в баню, он где-то там в левом верхнем углу. Чекали, да? И, возможно, он идет сюда. Вон он там что-то делает. Тихо, 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 тихо. Опа-на. 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 Есть все шансы свалить.
Он ушатал этого Артема. Он сейчас будет за ним гоняться. Блин, почему нету скилла, чтобы быстрее открывать эти ворота? Почему так страшно-то, а? Все, он меня сейчас ударит. Нет же, как ты так? Ё-моё, ты падла! Пошел нахрен! И как спастись? Все, GG? А, вот где клетки, я понял. Вас убили, видите, минус один. Падла! Выполнить задание. Спастись 5 раз, получить 2-й ранг. Мне нужно 2 раза подряд спастись. Вот же ж ты, падла, я уже открыл же дверь. Короче, я так понимаю, что в этой игре никто тебя не спасет, то есть поэтому все силы должны быть на тебя работать. Я заюзал 2 генчика, 2 генератора починил. И меня поймали. Так, за 100 монет можно прокачать своего персонажа до 2-го левела. Занятно, на самом деле. Занятненько. Занятненько и сыкотно. Кстати, монеты фармишь, и вот за них левел 2 качаешь. Сейчас он меня находит, ударяет, и все, и хана. То есть никак от него не убежишь, никак не спрячешься. Выход надо найти. Кстати, генераторы в тех же местах стоят. Блин, на самом деле я хотел уже закончить, типа, запись игры. И все равно я зашел и хочу играть. Хочу до левел 2 дойти, престижа. Что это будет давать, интересно? То есть чем больше ты уходишь от этого болвана, тем больше шанс, что ты будешь круче еще дальше. Ну, фишки нельзя мутить, жалко. А что дальше будет, когда прокачаешься? Давай. Да ремонтируй уже этот долбанный генератор. Интересно, он меня спалит, что я тут? Он кого-то поймал. Я последний генератор фигарю, хотя не знаю, где выход. Это очень фигово. Если он меня сейчас найдет здесь, электричество включено. А зачем я тогда доделываю, если электричество включено? Ты генераторов до жопы. Он сейчас пойдет сюда чекать 100%. Нет, он Николая поймал. Можно сейчас вернуться, генератор починить. Больше опыта дадут за это. Согласитесь? Все. Пойти спасти надо еще. Точно. Маньяк поймал. В натуре еще своих спасти? Нахрен сразу убегать. Убегаем, убегаем. Убегай. Давай. Спас. За мной иди, куда ты пошел? Сасамба! Вот это было четко. Вот это я понимаю. Вот это было по скиллу. Теперь я просек, как играть в эту игрушку. То есть не надо стараться убегать, когда ты открыл. Своих пацанов спас и поехали. Фух, это было топово. Вот эта катка последняя была, она была самая крутая. Нифига себе, здесь самок раздирают в мобильных играх на изи. Сейчас попробую еще взять, может быть, престиж дадут. И сразу за одну катку получим, в смысле, за одну запись игры получим престиж 2. Забираем награду, новый уровень, очков мастерства, 5, все дела. Так, инженерный набор, можете самостоятельно освободиться из клетки за 15. Во, давай вот эту. Отлично. И сколько у нас там по баблу-то, чтобы левел поднять? 67. И смотрите, у меня 4. То есть я потихоньку должен покупать эти, как его, в магазине покупать все сердечки, выполнить задание, получить 2-й ранг. Еще один раз спастись и получить 2-й ранг Джеком. Вот. Мне просто нужно один раз убежать и все. Всего лишь навсего, ребята, один раз убежать.
игры очень быстро находятся. Мне вот это очень сильно вкатывает. Что игры находятся... То есть очень много народу, значит, играет. Денис Тарнов, вы, Джегс... Ну, это реально клево. Я не знаю, но это просто клево. Эмоции буря. Игра-то простая. Да, более простая, но она прикольная. Она вообще крутая. Если зарубиться, да, можно было бы создавать своим сессию. То есть, допустим, став там еще скиф, еще кого-нибудь двоих набрали подписчиков и покатили вместе. А что это за карта? Я такую не знаю. Что за карта? Я такую не знаю. Тут я запомнил. А эту нет. И где мне... О. То есть здесь генераторов намного больше, чем должно быть. Я думал, их всего 4. Где вот прятаться, я не понял. Генератор починен. А если вот здесь спрятаться? Ну-ка, давайте проверим. Все, он ушел. Блин, а как здесь в этой игре ныкаться-то? Че, еще один генератор откроет, нет? Блин, мне бы как бы возле двери только тусить. Мне надо убежать, и все, и будет ранг 2. Он похилялся как-то. У нас чувак похилялся, или он тот его перебинтил? Еще один генератор остался. Вот, вот здесь заныкался и не видно меня. Хотя угол виден, но все равно. Короче, в углах здесь ныкаться. Смотри, паутина такая, типа меня тут нет. Лол. Главное, чтобы он не кашлял. Я как сачок, не хочу никуда. Идет, идет. Давай. Пофигу, мне нужен этот ранг. Сейчас буду с ним бегать, палить его. Мешать им. Так, это убежал. Давай, 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 я его открыл, хорош! Я успел открыть, и она убежала прямо на выход. Что я сотворил сейчас, а? Что я... Я вообще красава. Она тащила сюда своего этого маничилу. Я успел открыть. Она просто вбежала в эту дверь и убежала. Хорош, хорош. Это катки лютые. И получается, чем дальше ты прокачиваешься, тем больше будет как бы это его... Как его? Взаимоиспользование, взаимовыгоды. То есть бинтоваться друг друга, спасать. Ох, красота. Забираем награду. Ну-ка, и что, мы серьезно разблокировали? Так, забрать награду. Забрать награду. Так, прокачай навык живучесть у Джека. Забрать награду. И забрать награду. Прокачай навык живучесть у Джека 1. Это много? Спасти из клетки 10 товарищей. Почини генераторов 10. Вылечи 5 товарищей. Офагореть. Новый персонаж Мэри. Выполнять задание, получать звезды и награды. А, тут мне до маньяка еще знаете сколько? Вот, новые... Собери еще 6, чтобы открыть эту главу. Новая карта деревня. Глава 1. Побег Джека. Выполняй задание, получать звезды. Красиво вообще. Молодцы. Вот это молодцы, я понимаю. Плюс 1 уровень персонажу. Можно его полностью прокачать. Не умирает в клетке на 30% дольше. В раннем состоянии передвигается на 5% быстрее. То есть вот эти задания проходишь, тебе дают разные приколы. То есть я, допустим, могу сейчас взять, пойти в магаз. Где там магаз-то? Да не, вообще классная игра. Пойти в магаз и просто взять и выучить, допустим, Джеку хпшки. Потратит, или могу жизнь себе сделать. Вот так вот, хоп. И он 7-й у меня. Я такой, нормально. 7-й левел, нам дали флешку. Оглушает маньяка на 5 секунд. Одноразовый предмет. Обычно теряется при оглушении смерти. Да? Теряется? Инженерный набор действует на 10% эффективнее. Гранаты глушают. А эти все будут двоечку стоить, да? Да, двойку, то есть я могу еще, не умирает в клетке, еще, на, допустим, больше могу я выучить, да.
Красиво. Ну что, ребят, с вами был Лего Horror Field. Я надеюсь, вы поставите 2000 лайков, и я пойду ее снимать для вас следующим роликом. Всем пока-пока.